А сегодня состоялось очередное заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». В повестке дня были обозначены 10 вопросов. Среди ключевых – избрание совета сторонников партии и реализация программы «Народный контроль» на территории Ноябрьска. Обсудили присутствующие и новый проект, который планируется запустить в регионе. Он направлен на поддержку детей-сирот, а называется «России важен каждый ребенок». Статистика говорит, что сегодня в детских домах по всей стране содержатся сотни тысяч детей, хотя каждый из них может найти семью. И помочь в этом – главная задача проекта. Говорили члены партии и о работе депутатов Единороссов в общественных приемных. На мой взгляд, так как бы мне хотелось, и я думаю, что многим партийцам и представителям политсовета, чтобы все-таки их работа была более активна, более прозрачно направлена лицом к людям, да, чтобы депутаты не забывали, что они являются представителями населения города Ноябрьска, его защитниками. Это очень